клубы, чиксы танцуют. Пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Друзья, летний кубок, день молодежи. Давайте громко поаплодируем. Друзья, громко-громко. Все по традиции, день молодежи. На сцене молодежь, ведущий далеко не молодежь, потому что в КВН не так принято. Друзья, по традиции, день молодежи, мы начинаем КВН. По традиции хочу сказать, что ведется телевизионная съемка. Друзья, зрители, телезрители, сегодня 9 коллективов у нас выступает на сцене. Жюри оценивает, должны выбрать только одного победителя, который получит 100 тысяч рублей и путевку в город Сочи на международный сочинский фестиваль. А остальные команды, видимо, ничего не получат. Давайте этому поаплодируем громко-громко. Также сегодня для вас выступит команда «Звезды Первого канала», чемпионы высшей лиги, команда КВН из Белоруссии. Так что будем их ждать. И понятно, кто будет сегодня это все судить, я хотел бы представить. Итак, давайте слева направо для меня. И замечательный человек. У него есть своя кофейня, в которую я, правда, не хожу. Не потому, что там плохо, а потому, что просто я не пью кофе. Итак, Алексей Шост, под ваши аплодисменты. Алоха кофе. Основатель. Человек с хорошим загаром, получившим его сегодня. Обладатель крабового салата на лице, можно так говорить. Председатель комитета по делам молодежи Янгуров Роман, под ваши аплодисменты. В жюри могут только два человека сидеть в Гуччи. Тимур Абдурашидов, бизнесмен, можно так говорить сейчас, да? Под ваши аплодисменты. Главный управляющий торгового центра «Мега» Малешина Екатерина, под ваши аплодисменты. Это наш редактор, замечательный человек, чемпион официальной лиги КВН Артур Низамов, под ваши аплодисменты. Второй человек в Гуччи. Или сегодня не в Гуччи вы? В Гуччи? Нет, не в Гуччи. Я просто не разбираюсь в этом. Луи Виттон? Нет, или что там? Евгения Машко, под ваши аплодисменты. Многодетная мама и светская львица, но она не любит, когда ее так называют. Человек сегодня в небесном костюме. Не, вы не вставайте, вам тяжело, наверное, нет? Михаил Евгеньевич Бугера, под ваши аплодисменты. Бывший депутат Госдумы. И по традиции, ни пуха, ни пера. Все просто. Команда выступает в одном конкурсе приветствия, показывают, вы смеетесь, жюри оценивает. В принципе, все просто. Итак, первыми выступать тяжело, и ребята из такого замечательного колледжа. Давайте им громко поаплодируем. Ребят, действительно, выступать первыми тяжело, вас разогревать. Команда из Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса. Команда КВН «Хмели сумели». Под ваши аплодисменты. Ну что, привет, набережная! Вы готовы? Доставайте свои вилочки, ложечки. Мужчина, Яндекс.Еду можете не заказывать. Мы сейчас повкуснее приготовим. Погнали! В мире так много профессий разных. Вот гастарбайтер и аниматор. Еще маляр есть и парикмахер. Но все мечтали стать поварами. Баба поварам. Готовьте ладошки, будем чистить картошку. Баба повара, эй, баба повара. И в кубок нальем куриный бульон. Ну что, привет, Уфа! А мы те самые люди, которые идеально готовят итальянское блюдо. Жри, чо далли. А если я хочу просто пиццу? У тебя стипендия 700 рублей. Жри, чо далли. Мы студенты колледжа Укипис. Ну, Укипис. Это как самый крутой салют на празднике. Тагир, ты чё опять за ужин не заплатил, и тебя работник баракада преследует? Нет, это мой помощник с факультета восточной кухни. А что это у тебя там чёрное? Я же говорю, это мой помощник. Тагир, она про пакет! А, это я
вчера в КБшке закупился и сегодня всем школьникам продавать буду. Вообще-то школьникам нельзя алкоголь. Ты дурак? Какой алкоголь? Там водяной пистолет, банан и шоколадка Baby Fox. Тагир, все, ты нам не нужен, уходи. Это я вам не нужен? Знаете, кто реально не нужен? Вот эта сторона терки не нужна. И эта тоже не нужна. Короче, я вам нужен, как вот эта сторона терки. Ну ладно, тогда хмели сумели. Давайте, как умеем! А в последнее время цены на сыр очень сильно повысились. Но наша команда на своих зрителях не экономит. Поэтому «Хмели-сумели» представляют боевик «Сырмагеддон. Начало». Солдат, кто мы? Сырпотребнадзор! А это кто? Это так, практикант с авиационного. Цель нашей операции! Обезвредить террористическую организацию «Сырные чепчики». Зачем? Ну, во-первых, они хотят затопить плавленым сыром торговый центр «Июнь». Да невелика потеря, что дальше? Самый главный их план — залить Уфу билибеевским сыром, чтобы вся Уфа превратилась в билибей! О боже! Мы не можем этого допустить! Десантируемся! Мистер Билибеевский, я восхищаюсь вашим твердым характером! Да, и скоро я отомщу людишкам за то, что они не берут меня в пиццу 4 сыра. Ха-ха-ха-ха. Помоги мне дернуть за рычаг. 3, 2. Руки на стол, у меня терка. Ребят, может, обойдемся без терок? Сырок, как-нибудь мирным путем. Сырок, дружба, ты заколебал всех мирить. Я дергаю за рычаг. Нет. Вот чеддер. Сам ты чеддер, у меня что-то девушка есть. Кидаю сыр с плесенью. Я не могу дышать! Стреляю сырными палочками! Тыщ, 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 тыщ! Вот откуда в сыре дырочки берутся! Ха-ха-ха-ха! Эти дураки уничтожили себя сами! Теперь я главный сыр в мире! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Для чего мы показали вам эту миниатюру? Люди часто задумываются над тем, какой сыр им дешевле брать. Дорогие покупатели, не парьтесь, все равно в итоге победит дружба. Но что хотелось бы сказать в конце? Повар всегда готов дать советы тому, кто этого заслуживает. Итак, наш совет на сегодня. Если вы кушаете супчик и вам попался лавровый лист, не гадайте. Это письмо именно от нас. С любовью. Хмели сумели. Спасибо. Спасибо! Спасибо огромной команде КВН «Хмели сумели», а мы идем дальше. На сцене сборная Уфимского автотранспортного колледжа город Уфа под названием «Колесо». Под ваши аплодисменты. На сцене мы, будущие специалисты в автотранспортной сфере. Одним словом, те студенты, у которых на набережной практика проходит. Ага, на автовазе с кальянчиком. Сборная автотранспортного колледжа, здравствуйте! В нашем колледже учатся самые счастливые люди. Только представьте. Уютные аудитории. Современные технологии. И Эльха. Поставьте еще мясной отдел рядом, и наш колледж к лету по полной готов будет. Ладно, расскажите лучше, что актуального произошло. У нас в колледже недавно провели лекции о вреде наркотиков и агрессии. И как все прошло? Да не спрашивай, я не помню. Но вроде лекции я провел спокойно. Так,
Так, ребят, давайте посерьезнее. Сегодня разыгрывается путевка в Сочи, и нам обязательно нужно победить. Но автотранспортному колледжу попасть в Сочи можно только в двух случаях. Либо через КВН, либо просто тупо таксовать уехать. Миниатюры! Я лечу, мне сносит крышу. Люблю, ненавижу. А в машине грустный трек играет. Он разрывает. На каждом застолье есть дядька, который зовет молодежь потанцевать. Ну что, молодежь, такого даже в своем ТикТоке не видели. Дядя Валера, штаны хотя бы наденьте. Опа, забыл. Я лечу, мне сносит крышу. Люблю, ненавижу. А в машине грустный трек играет. Он разрывает. Все мы, когда не можем найти решение проблемы, заходим в YouTube. Итак, где-то на заводе АвтоВАЗ. Привет, вы на канале Фрайс. Идите, мы сегодня... Артём, ты чего? Он знает больше, чем я. Я лечу, мне сносит крышу. Люблю, ненавижу. А в машине грустный трек играет. Он разрывает. Итак, представьте, отличница впервые в жизни попробовала электронную сигарету. Меня посадят, меня посадят, меня посадят. Я еще и пару прогуляла. Я тебе что теперь, блатная, что ли? Я лечу, мне сносит крышу. Люблю, ненавижу. А в машине грустный трек играет. Он разрывает. На каждой тусовке на кухне должен сидеть вот такой вот грустный пацан. И под приятную пластинку рисую тебе картинку такую яркую. Братан, ты чего здесь один? Смотри. Привет, вы на канале Фрайс. Он в натуре умнее нас. Жизнь на унисон, еще. Потратим весь кислород. Ну и в конце, чтобы автотранспортный колледж сегодня точно победил, наше руководство отправило нам в помощь талисман. И кто это? А вы что, не узнали? Шина Мишлен! И зачем он нам нужен? Ты чего? Его каждый второй студент в Уфе знает. У него еще кликуха. Вязанка. И как эта крупная рекламная интеграция поможет нам сегодня победить? Ну, насчет победы не уверен, но вкусно похавать после игры — это точно к нему. Сборная автотранспортного колледжа, спасибо! В темноте мы пляшем так, я мартини пьян, и нам тут любви никто не запретит. Ты полюбил вот так. Понятно, что у нас прошел и колледж питания и сервиса, автотранспортный колледж, ну, еще куда без медицинского колледжа. Давайте им поаплодируем, и на этом колледже закончится. Друзья, медицинский колледж «Люди в белом» под ваши аплодисменты. Чтобы сегодня победить, команда будущих медиков решила заручиться поддержкой других бюджетников. В России есть 1 000 000 учителей, 800 тысяч полицейских, 220 тысяч пожарных и 260 тысяч медиков. Роман Олегович, раз на сцене куча бюджетников, может, юбилей Уфы прямо сейчас и отпразднуем? Это люди, люди в белом, на летнем кубке КВН. Ты же чуешь, будет мощной наша игра. Вот они, те люди, благодаря которым до сих пор существует карта МИР. Ну, привет, Уфа! Добрый вечер. На сцене будущие медики. Люди, которые половину жизни учатся. Чтобы другую половину жизни каждый день ходить в одном и том же. Вы в курсе, что сегодня из-за школьных выпускных не продают алкоголь? Ну и правильно, потому что мы, молодежь, за здоровый образ жизни. Чё, вчера закупился? Конечно, котелок-то варят.
кстати, у меня есть видео по поводу запрета продажи алкоголя. Никакого правильного меня начало закрыть. Вообще-то это старое видео. Ну, сейчас в России такая тенденция ко всему старому возвращаться. Вон, люди на машине «Москвич» соврать не дадут. Так, ребят, хватит. Мы вообще-то медики. Так давайте пошутим на наши темы. Не надо болеть за Салават Юлаев. Поберегите свои нервы. Ого, вот это реально зуб мудрости. А вот за Акбарс болеть можно. А не, его удалять надо. У него корни в другую сторону смотрят. Ладно, друзья, пока вы думаете, что, когда там уже Томас Мраз и Лауды начнут выступать. Люди в белом, к номерам! В последнее время каждый второй обращается к психологу. Представьте, случай на приеме. В общем, у вас эмоциональное выгорание, вы находитесь не в ресурсе, и у вас уже давно депрессия. Сейчас я выпишу вам таблетки. Тетя, не надо, я же школьник. Просто купите мне энергетик, пожалуйста. Случай у гинеколога. Заходите, раздевайтесь. В смысле раздеваться? Прям догола? Ну да, конечно. Мне что, каждый раз раздеваться, чтобы просто полы помыть? Друзья, на телевидении много лет существуют медицинские передачи, но нет медицинской передачи для детей. Вдруг ребенок упадет, и он сразу же ревет. Просто ты ему скажи, до свадьбы заживет. Итак, с вами первое детское медицинское шоу «До свадьбы заживет». Ребята, вы могли подумать, что это лайк. Но нет, это сердце человека. Мне здесь некомфортно стоять. Конечно, некомфортно, ведь сердце у человека находится слева. А сейчас мы возьмем интервью у жертв поговорки. У кошечки боли, у собачки боли, а у малыша не боли. Скажите что-нибудь нашим маленьким зрителям. Пожалуйста, хватит! Ну и в конце для вас, мои маленькие зрители, совет. Не нужно бояться ходить к стоматологу в детстве. Ведь лучше вылечить зубки сейчас за счет родителей, чем потом платить огромные деньги из своего кошелька. Малыш, что бы с тобой ни произошло, помни, до свадьбы заживет. Дорогие друзья, ну и в конце, если мы сегодня выиграем деньги на поездку в Сочи, то вы все целый год болеть не будете. А если проиграем? Мы практику в платной клинике проходим. Если что, деньги на поездку в Сочи с вас и соберем. С вами была команда Квен «Люди в белом». До встречи на приеме! Спасибо огромное команде Квен «Люди в белом». А мы идем дальше. На сцене команда Квен из Башкирского государственного педагогического университета имени Мефтахидина Камалетдиновича Акмулы. Команда Квен «Конфиденциальность». Ну что, привет, жители 19 века! Или в этом году всем городу на пароходы смотреть не пойдем. Как вы поняли, сегодня на сцене аутсайдеры, андердоги, вегу в мире вузов. Ну и мы, команда КВН «Конфиденциальность». Очевидные фавориты. Ребят, а вы вот слышали, как на дне города Гаязов с Бразер спели? Не-не, Лех. Там никто не слышал. У них же концерт, как Лада Гранта за 1.5 миллиона. В смысле? Ну, в базовой комплектации колонок нет. Сейчас на сцене педагоги, поэтому ближайшие 3.5 минуты вы не услышите ни единой шутки про секс. Это будут разговоры о важном. А для кого-то даже
о наболевшем. Сразу объясним, почему с нами играет наш преподаватель. Просто в результате последней пенсионной реформы он теперь тоже молодежь. Да, а у этого человека жена, ребенок, ремонт. Зачем он вообще с нами играет? Алин, ну ты же сама сказала, жена, ребенок, ремонт. Он же не может столько времени в туалете отсиживаться. Да чего вы на него вообще нагоняете? Он же настоящий башкир, он вообще крутой. Он, как и Салават Юлаев, в 14 лет убил медведя. Лех, ты из контекста не вырывай. В 14 лет убил полторашку белого медведя. Зато сабантуй козырно прошел. Пацаны, а я тут подумал и понял. Они сначала делали заправку, а потом с размерами переборщили и сделали русский драматический театр. Салават, ты дурак? В смысле дурак? У меня вообще-то конченое высшее образование. Может быть, оконченное? Я в БГПУ на библиотекаре 5 лет на коммерции учился. У меня реально конченое образование. Ну а пока парни на приорах не поехали курить кальян на парковке рядом с набережной, к миниатюрам. Hello and welcome to party. Ситуация в кабинете у мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Ратмир Рафилович, смотрите, ну у нас вот такая вот ситуация на набережной Сипайлова. Перекроем улицу Октябрьской революции. Ну вот такая вот в Инорсе ситуация. Перекроем улицу Закивалиди. Ну так люди вообще из центра Уфы уехать не смогут. А зачем? Зачем я клал плитку на гостином дворе? Пусть ходят, кайфуют, любуются в конце концов. Мудрый лидер. И решение мудрое. А каждый уважающий себя мужчина, когда ссорится с женой, идет играть с ребенком. Пойдем поиграем. Да не. Ну пойдем поиграем. Да не. Ну пойдем поиграем, что ты? Да дяденька, отойдите от меня, я сейчас папу позову. А как вы все знаете, российских спортсменов не допустили до участия в Олимпийских играх. Но русская смекалка не знает границ. Случай в Олимпийском комитете. Так, то есть вы утверждаете, что ваша страна знаменита учпачмаками и чак-чаком, и ее называют второй Швейцарией? Да. Да. А вы хоть раз были в Швейцарии? Нет. Угу, понятно. Ну и как часто, к примеру, ваша страна участвует в конфликтах? 4 раза в год. С казанским Акбарсом. Любите проигрывать, да? Ну ладно, вот что означает ваш флаг? Ну, синий цвет значит движение. Белый — это тоже движение. Зеленый — это движение разрешено. Так и запишем. Ну и последний вопрос. Какие национальности у вас проживают? Ну, я татарин. Я татарка. Я тоже татарка. А вместе мы... Башкиры! Ну что, товарищи, потянули время? Так точно! А вы тоже аккаунт регистрировать? Нет, нам аккаунт восстановить. Олидний кубок для нас, как кроссовки за 300 рублей с Демского рынка. Надо брать. Ну, если что, на дачу увезем. С вами была команда КВН «Конфиденциальность». Спасибо, друзья! Вот такие ребята будут учить ваших детей. Ну и веселый мужик тоже уже учит. Ну, а мы продолжаем. На сцене самая вокальная команда КВН сезона «Объединенные вокальные Уфимское училище искусств». Под ваши аплодисменты. Заметили, что в башкирском КВН есть хороший юмор, драйвовые танцы, но нет одной очень важной детали. И вырва!
вырвались на волю студенты нефтяного. Я уехал в февраль, КВН-фестиваль. Кангас-хай! Главное стиль и хороший вокал. Тимур Тахирович, вот у вас команды талантливые. Прям начальные песни рассмешить могут. Песня! Башкирском КВН давно не слышал за команду, у которой есть мощный вокал. Встречайте нас, Уфа! Уфа! И что так холодно, Роман, сам не устал, можем спать на весь вокал! Объединенные вокальные силы на сцене! Здравствуйте! На сцене вокалисты. Мы вживую исполняем самые сложные оперные партии. Исполняем классическую музыку. А в свободное время жестко флексим под Мияги Эншпиль. Ну а что, мы тоже люди? Давайте познакомимся. В нашей команде есть тенора, баритон и сопрано. А ты еще кто? Как кто? Бас? А вы говорили, Пугачева из страны уехала. Так вон же она, просто с ума сошла и стала феминисткой. Давай иди отсюда, без тебя концерт Леонтьева начать не могут. Ребята, почему в нашем выступлении происходит какая-то фигня? Я согласна, это что такое, ребята? Фуникули, фуникуля, фуникули, фуникуля. Обожаю вокалистов. Ими так легко манипулировать. Как он это делает? Роман Олегович, присмотритесь, это же готовые волонтеры. Так, Салават, из-за ваших шуток члены жюри не отдадут нам путевку в Сочи. Что это такое? Ну и ладно, вы недельку в подземном переходе попоете, гораздо больше заработаете. А если еще и скрипача в лохмотьях поставите, можно и на квартирку в Шакше заработать. А если еще и цыганку так рядом... Так хватит, ты уже достал со своими тупыми шутками. Сколько можно? Эх, как же все-таки татарская музыка положительно на людей влияет. Объединенные вокальные силы к номерам. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Вокалисты красиво поют в любых ситуациях. Представьте, вокалист устроился на работу грузчиком. Поднимай! А? Выше! Выше, Валера! Я не удержал! Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Недавно по всей стране начали отменять концерты инстасамки. Но специально для вас мы организуем его прямо сейчас, только в своей интерпретации. Та-та-та. Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантом мне муж купил, муж купил мне муж купил. Так, ребят, я не поняла, она что, того, что ли? О чем мы ее тут отпеваем? Друзья, что хотелось бы сказать в конце? Сейчас многие люди слушают рэп, в котором зачастую непонятно ни слова. Поэтому, друзья, слушайте оперу.
Там все то же самое, только вас еще эстетом будут называть. Команда КВН «Объединенные вокальные силы». Спасибо! И понеслась, baby, слась, я не буду танцевать с тобою спать. Спасибо огромное. Давайте поаплодируем ребятам. Красиво поют, я думаю. А сейчас выйдет команда необычная, команда из Набережных Челнов. Друзья, давайте как аплодируем друзьям, гостям. Давайте громко-громко, уфимцы. На сцене команда КВН «Стелла Магнетик», «Набережные Челны». Под ваши аплодисменты. Я считаю, не до ладно. Останови меня, брат мой. Не тормози, fight, брат. Недавно нашел старинную фотографию 1860 года, что ли. И там были башкиры. Вот как вы, татары, только башкиры. Там еще были шарфы Салават Юлаева. Правильно говорит, не шарфы, а вперед. Вперед Салават Юлаев? Ну типа. Там еще справа такой огромный красивый мост стоял. И вот... Слева же стоял. Обманываешь уже? Да не обманываю я. Я реально жил в то время. Как? Вот. Стелла Магнетик. Приятного употребления. Кстати, а в целом, а как вам Михаил Бугера? Ну, как человек. А как пчела? А как зебра? А как дантист? А как я выгляжу, когда бред несу? Нормально? Да, нормально. Нелли, подожди, а ты почему не в микрофон сказала? Ну, там не прям смешно. Да ты чё? Это же летний кубок в Уфе! Не стесняйся, другие команды же не стесняются, все нормально. А вот вы никогда не задумывались, что в некоторых домах вместо арки кто-то должен был жить. Ну, как минимум одна семья. Типа, к этой семье подходят и такие: чуваки, извините, но вместо вас тут должна проезжать тачка. Видите ли, лень объезжать двор. Поэтому собирайте семью всю и ищите ребенку новую школу. Непонятно. Ну, вот такой вот разогрев перед... Доктор Хаусом, что поделаешь? Ребят, подождите. Вы вообще видели, что делают другие команды для того, чтобы выиграть? О боже, что? Что они еще делают? Ну там этот есть уж. Блин, тогда надо по-любому выигрывать. Так, что им там нужно? Вежливые слова? Да пожалуйста. Миниатюры? Итак, давайте представим. Мама застукала сына в 12 часов ночи. Ты куда намылился? Мама, я же моюсь. А на улице может произойти и не такой случай. Извините, у вас не будет 100 баксов, меня просто обокрали. Да, конечно, держите. Спасибо тебе, добрый ты человек. Да я чё, я всегда-всегда всем помогаю. Это же соцролик. Это же соцролик. А где камера? Где камера? Итак, давайте представим случай с грузчиками. Сейчас, подожди. Грёбаный баян, чё он такой тяжелый? Не знаю. Не шатай! Да тяжело! Не шатай! Да не шатай! А в 5 часов утра в супермаркетах мы можем встретить и не таких людей. Так, вы пакет брать будете? Чё это?
Тоже что-то интересно стало? Че это? Ну, вы пакет брать будете? Ну да. Прикинь, будет. Карта магазина есть? Че это, че это? Реально, только-только хотел узнать, есть, нет карта магазина? Просто вот если нет, ты как сейчас ему об этом скажешь? Люто интересно, ну-ка посмотрим. Тут кто-нибудь открой вторую кассу или нет? Че это? Чувак, это же супермаркет, а не супер-пупермаркет, ты че? Куда она исчезла? Чувак, а когда вот работник завода вот эту шоколадку делал, он понимал, что его работа чуть менее оценивается? Потому что она сейчас по акции. Слушай, тебе что надо? Да мне как обычно. Тоже уж скажешь, как обычно. Иди сам все продукты выбирай. Ой-ой-ой, королевушна! Подмигнула нам Алена Делон. А как бы грустно не было это говорить, но это наша последняя игра на сегодня. Сегодня больше мы уже не будем играть. И так совпало, что наша последняя игра проходит в Уфе. В нашем любимом городе. Ну, на сегодня. К чему мы это все? Живите так, как вас ведет звезда. Под гущей обновленной сени. С приветствием вас помнящий всегда знакомый ваш Сергей Есенин. И Радив. Это я. Стелла Магнетик. Такого еще не было, но вот опять. Спасибо. Никому не верь, никому не жаль. В городе погасли фонари. В городе забыли о любви. Спасибо огромное команде КВН из Набережных Челнов. А сейчас выйдет команда КВН из Башкирского государственного аграрного университета. Там сейчас все будет понятно. Все про коров, все про посевную. Я так думаю. Но по ним это не скажешь. Замечательные, красивые ребята. Под одним солнцем, под ваши аплодисменты. Бгау! Как хорошо-то! Ух! Как хорошо! А что хорошо-то? Да у меня где-то здесь бывшая сидит. Пусть знает, что этим летом у меня все хорошо. Ну что, уфимцы, кайфанем! Лето, солнце, Уфа! График работы 5 через 2. Спасибо, что не 6 через 1. Ночью в июне 0 плюс 2. Полный пипец. Отключили воду ЖКХ. Моемся в белый теперь. Отпуск дали на 3 дня, если ты не знал. Лето в России — это настоящий кайф. Танцуйте с нами и почувствуй этот вайб. Ну привет, уфимцы! На сцене команда КВН под одним солнцем. Яркие представители аграрного университета. Ну вы, наверное, думаете, что мы сельхозники, да? Наверное, так думаете. Но мы продвинутые. У нас вот Вика — IT-специалист. Как говоришь, твоя специальность называется? Вебкам. О! Говорят, очень перспективная специальность, да. Ой, забыл, Ленар. Вопросик, а мы чего в этом году картошку не посадили? Так сосед не сажали, мы тоже не стали. Хватит на этот Татарстан ориентироваться. А если они с 9 этажа прыгнут? Хоть бы. Согласен. Так вот. Кто-то сказал, как его земля нахрен носит? Все. Разрешите представиться, заведующий кафедрой пивоварения Дамир Талгатович Раевчук. Дамир Талгатович, что прям так пиво любите? Не поверишь, варенье.
Ух ты, ё-моё, Виктория, ты в кабинет ко мне заходи, ладно? В кабинет заходи, я тебя секретарем сделаю. Ага, и титки сделаю тоже. Дамир Талгатович, ау. Вы что на выступление портите? Я порчу. Отвернись, вот у кого порча. Я ж помогать вам вышел. Вы же сами говорите, вы молодежные аграрники. А ничего молодежного-то не показываете? А так что мы можем показать? Ну хотя бы вот это. И что это было? Работа гидравлического насоса. Дамир Талгатович, ау. На летнем кубке принято показывать номера, которые будут понятны обычному зрителю. И таких много. Ну тогда вперед, аграрный! А все мы любим пользоваться современными технологиями, но старшее поколение находит замену современным гаджетам. Итак, случай в дороге. Она! Может быть, ты заткнешься уже, а? Вот когда нормальный антирадар купишь, тогда и заткнусь. Штрафы же я плащу. Она. А у нас минутка ностальгии. Молодой человек, а? Интернет починил. О. Ох уж это молодежь, от них даже спасибо не дождешься. То самое чувство, когда мама купила тебе новую куртку, а ты уже успел поставить на нее пятнышко. Итак, после прогулки во дворе. Мама! Эй, не пугай, старый же уже! Мы с мальчиками во дворе играли. Вот тут на курточке маленькое пятнышко оставил. Вот это что ли? Опять с ребятами на свиньях катался, что ли, там, а? Доволен? Смотри, что ты с ней сделал. Ладно, одевай. Тебе же завтра в школу не идти. Нормально пойдет так. Ну, нормально стань, я тебе говорю. Ладно, пойдем, отцу покажем, что ты с куткой сделал. У нас есть то, что они никогда не заберут. Мы им не отдадим. Дорогие друзья, что бы хотел сказать в конце. Наступило долгожданное время года — лето. И несмотря на все трудности ЖКХ, график работы, за 92 дня давайте найдем пару денечков, чтобы кайфануть. В конце концов, все мы собрались под одним солнцем. Ребята, а? Можно кое-что еще скажу? Давай. Хорошо смеется тот и вот тот парнишка. Команда КВН под одним солнцем. В отсутствии солнца сияем самостоятельно. Ну, а мы идем дальше. На сцене команда КВН из Уфимского государственного нефтяного технического университета. Команда КВН «Почти» Уфа. Привет.
О чем, может, споем или я хоть биток накидаю? Тимур, тихо, тихо, не пой. Вдруг люди дабстеп не любят. Ну что, Томаса Мраза ждущие, здрасте, почти на сцене. Слушай, Илюх, вот ты угораешь, а между прочим, король Англии, Георг Шестой тоже заикался. И до чего это довело? Умер человек. А мог бы просто сказать, не убивайте меня, понимаешь? Смотрите, а мы вот обычная уфимская молодежь, которую прикалывает поп-ит. Ну, поп-ит что-нибудь покрепче. Но не сегодня, да? Смотрите, к команде. Вот это вот у нас Айгиза, и она, кстати, певица. Странно, да? Такой голос и не в пышной женщине. Ребят, а вы никогда не замечали, почему, когда девушка говорит «понюхай», это обычно вкусно пахнет? А вот если парень говорит «понюхай», то наоборот. Слушайте, а может поэтому они самую вкусно пахнущую вещь в машине называют «вонючкой», а? Отпустите руки, волки позорные, блин! А что случилось? Ай, хоровод водила. Знакомьтесь, а это Барс. И... не просто Барс, а Барс солнцерожденный. Ой, что ты гонишь? Ты же против солнцерожденный. Ладно, я что вышел-то? У меня же для Уфы две новости. Одна хорошая, другая супер-пупер башкирская. С какой начать? Ну, давай с хорошей. Ну, вот этот вот мост через Белую совсем скоро достроят. А супер-пупер башкирская? Алла Бирса. Ребята, вы знали, что я вот одним движением, да, могу испортить любую детскую песню? Смотрим! А также их родить. Веселые истории. Увидеть не хотите. Веселые истории. Экран покажет наш. Яралаш. Ладно, что-то застоялся тут с вами. У меня же и так дел полно, как у уборщика китайской стены, прикинь. Вот так. Ема. Да хрена же еще. К номерам. Итак, Тимур, кого ты обманываешь-то? Ну да, так-то. А люди делятся на два типа. Очень приятные и те, у кого десны больше, чем зубы. Но сейчас не об этом. Абсолютно каждый из вас видел вот такого фитнес-тренера групповых программ. Ну все, обувь вроде разносил. Блин, переразносил. Здрасте, а у нас вот здесь будет проходить тренировка? Здравствуйте, да, я тренер групповых МЖМ программ. МЖМ? Ну да, молодежь живет мощно. А также я спортивный тренер, супер казах, сокращенно СК. Давайте быстренько перейдем к нашему первому упражнению, которое называется «Собака морда вниз». Че смотришь, собака мордой вниз? Да какой из вас тренер? У вас хотя бы одно спортивное достижение есть, нет? Ну да, есть. Я пробежал полумарафон, марафон, марафон 14, марафон 14 Pro Max. Вот тебе фоточки. Ладно, наше пробное занятие закончено. А мне пора бежать на вторую работу, давай. А кем вы работаете еще? Сапожник, твою мать! Не видишь, он обувь разнашиваю.
давай, хо, и шала. Давай, одну, хо, и шала. Ну, напоследок, хо, и шала. Ну и что бы я хотел сказать в конце? Ну вот ты же, ну, реально урод. Не-не-не, финальные слова есть. Есть? Да. Смотрите, мы недавно узнали, почему именно мэр Нефтекамска стал мэром города Уфа. На деле все очень просто, смотрите. На гербе города Нефтекамск изображено три гаечных ключа. А Уфа — это город трех шурупов. Сейчас он здесь все подкрутит, потянет, и вообще вот так все будет. Алла Берса, да? А с вами была мощная команда КВН, почти. Я все. А мы почти. О, спасибо. Я за тебя умру, посмотри в глаза мне, я не умру, и скажи, я за тебя умру. А уже через одну команду на сцену выйдет команда КВН «Доктор Хаус», чемпион высшей лиги этого сезона. Перед тем, как они выступят, на сцену должна выйти еще одна команда КВН. Вы заметили, что у нас нет фан-барьеров и нету полицейских в оцеплении. Это только потому, что они сегодня на сцене. Друзья, сегодня две команды КВН полицейских. Там наверху возле металлоискателей и сегодня на сцене. Итак, друзья, на сцене Уфимский юридический институт МВД России. Команда КВН «Особое мнение». Видно, башкирская полиция. Для нас трубку дыхнуть — это еще и музыка. Добрый вечер, дорогие! Друзья, мы представляем современную честную полицию. Да, такую ее можно только представлять. Ты обалдел такое говорить? В жюри сидят уважаемые люди. Мужики, без обид, но в силу своей профессии мы знаем, как сидят уважаемые люди. Участковый, участковый, из народа, из простого. Знакомься, Артур Маратович, настоящий участковый. Марач, боюсь спросить, это кто? По набережной гулял, смотрю, проститутка тонет. Решил спасти, кинул спасательный круг. И чё, спас? Нет, как была проституткой, так и осталась. Ладно, давай рассказывай, что нового. Вчера у деда челюсть вставную спрятал. Все, говорю, ищи свечи! Маратыч, я тебя сейчас всю дурь выбью! Ой, я на работе еще возьму. Эй, бармен, плесни мне виски со льдом. Паш, ты что, дурак? В жюри сидит председатель комитета по делам молодежи Роман Янгуров. И ему не забудь. Павел — единственный сотрудник в нашей команде, который учился работать не по законам, а по фильмам про американских копов. Давай рассказывай, что нового. В Америке на работе сотрудникам разрешили выпивать немножечко пива или вина. Да? Это они только сейчас додумались, что ли? Мы с напарником и в снег, и в зной, и в мороз. Ну вы это, на кровати попробуйте. Эй, американский коп! Бэнг, 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 бэнг. Задержал всех преступников в городе и сдал их властям. А я российский участковый. Опа! Собаку отогнал. Долго мы этих клоунов сейчас слушать будем, а? Я не пойму, что не нравится-то? Что хотели-то? Что хотели-то, а? Маратыч, а это кто? Гонец, счет за коммуналку принес. Так 21 век же. Это ты ЖКХ скажи. Ни одного нормального мобильного приложения. Уфа, играем! Уходила, пацан, во что вы...
Каждый из вас хоть раз в жизни вообще стылка алкоголя в пакет? Ну, чтобы не было видно. Неужели вы думаете, что мы, полицейские, в этот момент думаем именно так? О, смотри, с алкоголем! Где же она? Пропало волшебство. О, смотри, мужик курит! Да как они это делают? Я не знаю, честно! Ради танцпола я справляюсь и сниму себя, чтобы начал своему ходить. Представьте, на Пасху поставили дежурить, ну прям очень тупого участкового. Артур Маратович, Христос воскрес! На нашей территории. Нет, в Иерусалиме. Ну вот, пусть и ходил разбирается. Я что, один, что ли, тут работаю? Случай в парке. Готовы? Да. Показывай. Ого! Пропало! Давай по делу. Зачем? Генералу покажем. Правильно. Правильно. Друзья, а к летнему кубку мы подготовили подарки! Не будет никаких подарков. Почему? Мужики, я тут выяснил. Нас, полицейских, никто не любит. Ой, с чего ты взял, Маратыч? А ты сам вспомни, с каким удивлением люди говорят. Прикинь, мне сегодня нормальный мент попался. А ведь говорю. Остальные, получается, ненормальные. Мужики, вот вы вспомните. Вы когда пьяные домой приходите, жена говорит, не дыши на меня. А мы ж наоборот, дыхни. Дыхни, пожалуйста. Мимо нас, когда инкассаторы с сумками проходят, нам тоже всякая фигня в голову лезет. А еще говорите, а че это вы по двое в парке ходите? А может мы романтики? Может мы природу любим? А еще говорите, а че это вы с дубинками ходите? Так у нас и наручнички, и плеточки, и баллончики есть. Мы ж не знаем, кому как нравится. Мы в вашу личную жизнь не лезем. Помогите, убивают! Можешь там не орать! Мы здесь грустим! За что вы нас постоянно проклинаете? Вы посмотрите на Маратыча! Вы что с человеком сделали? Он, между прочим, в институт МВД 2-метровым 45-килограммовым блондином поступал! Да, еще вот так паутиной стрелять умел! Ты тоже не переигрывай! Друзья, я думаю, вы все поняли. Надеемся, что вы вернетесь домой и скажете, нам сегодня нормальные полицейские попались. С вами была команда КВН «Особое мнение», Уфимский юридический институт МВД России. Если что, звоните. Пусть меняется время. Ну а пока нам мало кача. Всем скучным пацанам удачи. Нет времени, мы катим дальше. Спасибо огромное. Ну, уважаемые жюри, вы уже можете посовещаться, подумать, кто же у нас является обладателем Кубка летнего города Уфы этого сезона. Ну а для вас, друзья, чемпион высшей лиги КВН, участник шоу-концерта на ТНТ, звезды Первого канала, друзья, Доктор Хаус, под ваши аплодисменты, город Могилев. КВН целый мир, в нем практически все, любят эту игру, все за что-то свое. За что? Вот за бокал. А вы? За колорит. За яркое шоу, большой реквизит. Мужчина вон тот говорит. Вот. Чего нет, того нет, не все сразу. Привет, Уфа! Привет! На сцене! На сцене! Уфа, Уфа! Кстати, интересно, как Уфа с башкирского переводится?
А вот это вот, это лучше Казани. Да. У них на въезде так написано. На сцене команда из Беларуси. Ну, Беларусь, Беларусь. Это мы не даем умереть слову трикотаж. Так, Паш, давай что-нибудь расскажем про Беларусь. Вот недавно у нас построили атомную электростанцию. А? Ну, представляете, сколько у нас теперь долгов? Кстати, белорусская АЭС работает на обогащенном. Ура! Так, ладно, КВН КВНом, Куба кубком, но я сюда приехал, чтобы замутить симпатичной россиянкой. Гордей, но все девушки в России знают, что с белорусами мутить нельзя. Почему? Белорусы братья! А мне вот российская кола понравилась. А вот это вот, которая-то вот с мякотью? Да. Хорошая. Сытная. Так, ладно, ребят, что за стереотипы? Ты еще про картошку пошути. Ты что, дурак, про религию шутить нельзя? Вообще серьезное мероприятие, вон сколько людей пришло. Давайте вот шутка про Путина. А ты не боишься шутить про Путина? О чем мне бояться шутить про Путина? Вассал моего вассала, не мой вассал. Все, так что. Все, давайте, коротко и смешно. Начинаем. Все в зале, двигайтесь с нами, чтоб записали самый выясненный пол. Напомним, мы доктор Хаус, сейчас на сцене доктор Хаус, рок-н-ролл! Скорее бы на ТНТ уже. Девушка парня попросила назвать ее в постели грязным словечком. Миша, ну какая слякоть? Ты как ляпнешь, я не... В Беларуси тоже производят легковые автомобили. Итак, на презентации нового белорусского автомобиля. Какой-то странный звук для поворотника. А это мы его даже не устанавливали. Экскурсия по городу Дзюртюли. Вот, вот ваш вагон. А куда он едет? В Могилев. А там что? В Могилевском парке аттракционов. Здрасте. А сколько стоит покататься? На калитке 500 рублей. На шлагбауме 1000. А чё шлагбаум такой дорогой? Ну так собираем на него. Трудовик на выпускном решил устроить фаер-шоу. В Могилевском стриптиз-клубе. Здрасте, Анжела свободна? Не, она сейчас на калитке катается, попозже. Деревенские алкаши выбирают плавленый сырок. Валентиныч, не ошибись. Я тебя умоляю, не ошибись. Николаич, ты тоже выбирай. Ну ты же знаешь, я сейчас это, ну, не могу. Парень на улице узнал порнозвезду. О, это ж ты, которая... Блин, которая... Ну... Молодец! Проблемы, лично ты пришла в мой раунд, сына.
Мужик купил диплом в переходе и пришел устраиваться на работу. Здравствуйте, собственно, вот. Вы приняты. А чем ваша компания занимается? Что-нибудь про «Москвич» слышали? Пойдем. Очень заботливая мама. Сереженька, домой! Я ее уломала. У входа в клуб ночной ретро. Ты моя мала, ты моя любимка, ты моя хаги-ваги, ты моя дипси. Блин, открой еще-то. На уроке физкультуры. Павел Николаевич, а долго мы еще будем так делать? Пока не проветрим. Покушение на мэра Могилева. Пошла нахер отсюда! Подвыпивший мужик на лестничной площадке. Ой, дорогой, это мне, спасибо. Да, эти цветы тебе. Блин, я что, домой приехал? На уборке городского пляжа в Уфе. А! Убираем за собой. Бычок подними, козел. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит ваш пакет? Пакет? Ну я у него кукурузу собираю, с кукурузой возьмешь. Возьму, возьму. На объявлении результатов выборов президента Республики Беларусь. И президентом Республики Беларусь становится Александр Григорьевич Лукашенко. Фу. Александр Григорьевич Лукашенко. Ладно, ребят, это все весело, миниатюры это, ну, может, скажем людям правду? А ты думаешь, они готовы? Ну, а когда еще? На самом деле, Беларусь — это мировой гегемон. А что за гиги? Не верите? Смотрите. 27 мая 1703 года Петр I прорубил окно в Европу. А как известно, окно в Европу для России — это Беларусь. Когда Петр через это окно ввозит картошку в Россию, мешок рвется, и почти все остается в Беларуси. Тогда еще никто не понимал, что на Беларусь выпало мировое господство. Буль — большая тайна маленькой империи. Белорусы быстро поняли, что картошка растет по принципу коррупции. Сажаешь одного, появляется 10. И почти сразу становится крупнейшим поставщиком картофеля. У белорусов во всем мире появляются свои глазки. Естественно, такое положение дел не устраивает Америку. Ученые штата Колорадо наконец создают колорадского жука. Жука, которого невозможно истребить. Но белорусские ученые создают эффективный ответ. Собирают его руками в банку. Америка от безысходности вводит потолок цен на картофель. Беларусь в ответ чипсирует всю Америку. В самой же Беларуси ученые делают открытия. Картошка улучшает демографию. Каждый раз, когда студентов отправляют на ее уборку. И она определяет сложность уходящего года. Чем больше картошки в оливье, тем тяжелее был год. Сегодня белорусский картофель сажают во всем мире. Вот почему Беларусь — гегемон. Беларусь нагнула весь мир.
Убедились? Ну что, ребят, возьмем Россию под свое крыло. Ну, что-то нам никто не верит, все вон улыбаются. Ну так мы так и хотели. И вообще не надо ничего объяснять. У нас люди умные, сами все додумают. Ладно, давайте к более веселому. Вы знаете, что в этом году исполняется 20 лет песни группы «Руки вверх», 18 мне уже. Знаете? Знаете песню? Споем? Давайте, давайте все вместе! Давайте! Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Классно, молодцы! Ты молодец, да, ты в телефоне, молодец. О, а еще, в этом году исполняется 30 лет стихотворению «Башкирия моя» Мустая Керима. Знаете? Давайте всем залом! И пусть на глобусе ты кажешься листком. Не, ну... «Руки вверх», в принципе, тоже классика, да? Тоже классика, да. Ладно, все, продолжаем, давайте. Окружи меня, окружи меня, не гони меня, а полюби меня. Выпускной в ПТУ. Аттестат в крови, по бокам конвой. Выпускной у нас, да, кто не помнит, сейчас напомним. Стали нормально, заправились. Вот! Так, Ершов, ты медные провода срезал? Нет. Значит, будешь без медали. Поэтому диплом об участии. Об образовании. Потом поймешь. Вручается. Вручается. Что, никому не надо, что ли? Давай мне. Вот, держи. И напустынные слова. И вот стоите на пороге. И перед вами новый жизни путь. И за учебу вашу по итогу хотелось бы мне хорошенечко вас пнуть. Не думай ни о чем. Гуляй, басота. Ступай, куда укажет длань. Вас ждет тяжелая, неинтересная работа. Любви и счастья, дорогая рвань. Все, как станете богатыми, вы про меня не забывайте. А что мы станем богатыми? Да откуда я знаю, как такие, как вы вечно богатыми становятся потом? Есть интересная работа, а есть тяжелая. А есть инспектор по делам несовершеннолетних. Здравствуй, Пашенька. Здравствуйте. Зачем ты разбил витрину? Наспор. Наспор с кем? С продавщицей. А чем ты разбил витрину? Булочкой. Она же свежая. Так, я тебя поставлю на учет. Может, как-нибудь договоримся? Ой, что ты можешь мне предложить? Булочку. Она же свежая. Дорогие друзья, давайте с вами окунемся в романтику пионерского лагеря. Кто шагает дружно в ряд? Это наш шестой отряд. И в футболе всех ребят победил шестой отряд. И кто ел победный тот? Так вы сами его в одно рыло съели. Это не важно. Значит, костер будет здесь, давайте. Ой, вы у меня такие уже большие, такие классные. А расскажите какую-нибудь нам страшилку. Ой, вы уверены? Да-да-да-да. Точно? Не как в прошлый раз? Не-не, точно? Сегодня банный день. Да. Расскажите. Ну, слушайте. Из одного лагеря сбежал мальчик, но его догнали собаки. Это был не детский лагерь. Очень страшно. А? А расскажите еще какую-нибудь историю. Вы уверены? Да-да-да-да-да-да. Ну, слушайте. Из одного старого-старого лагеря из столовой ночью пропадал сахар. А где-то ночью в лагере бродило вино. Капец. А расскажите самую страшную. Вы уверены? Да-да-да-да-да-да. Ах, вы азартные черти. Ну, слушайте. Одна девочка... пила молоко. И тут корова присела. Как ужас. Вспомню. Не говорите, да. Ладно, уже вечереет. Ершов, туши костер. А где вода? Так по-пионерски.
Это как? Как это? Помнишь, физрук в озеро по пояс зашел, постоял и вышел? Да. Все, давай! Главное музыкальное событие в стране – это Славянский базар в городе Витебск, где по традиции всегда исполняет главный белорусский исполнитель. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на 31-м фестивале «Славянский базар» в городе Витебск, Республика Беларусь! Александр Григорьевич, мы готовы начинать. Сейчас распоюсь. Газ-два-три, всегда работает. Президенты разные, а у нас один. Слабовато как-то сегодня. Ну так нет никого, репетиция. О, культиватор. Синтезатор. Ну, в смысле, дорогой. Александр Григорьевич, пришла нота протеста от Польши. Они недовольны вашей политикой. Что, сейчас я им отвечу. 3-4. Яблоки на снегу. Ха-ха. Пусть доедают сами. Где они там упали? Ай, все, я даже петь не буду. Все равно они гнилые. Яблоки? Поляки. О. Пришла нота протеста от Германии. Они тоже недовольны вашей политикой. Что? Сейчас им тоже отвечу. Дорогой Олаф Шольц, не сходи ты, родимый, с ума. Забываешь, что очень скоро всю Европу охватит зима. А газ проходит только через нас. А газ, танцует сетя, денька под нашу трубочку. А газ нормально ему насыпал. Да? Знай наш. Кстати, на Славянский базар не приедет Макрон. Ой, это что, это получается, буду выступать без пюпитра? Какая жалость. Пришла нота протеста от Великобритании. Господи, ну эти-то куда, дикари? Почему дикари? Ну не на острове живут. Но все равно надо ответить. Ладно. I believe love. It's a God. О, God знаю, вот это. Александр Григорьевич, а почему вы поете песню Элтона Джона? Он же открытый гей. Да что с миром происходит? Геи открытые, границы закрыты. Должно быть наоборот. Бардак! Пришла нота протеста от США. О, дай-ка посмотреть. Ой, не, здесь еще и на черных играть надо, не. Ну, играйте потом, без них. Потом отвечу. Играйте без них. Нет, нет, черные клавиши тоже важны, все. О, а как эту собачку зовут, которая хаукает, маленькая такая, тут, которая та-та-та-та-та-та, Литва, вот. Моя любимая. Маленькая страна. Маленькая Литва, совсем небольшая она на карте, а столько от нее. От... Жалко, конечно, Литва за базаром не следит. А, за славянским? За своим. Ладно, вроде бы я готов, я на гастроли. А куда? В Россию, куда еще? По полям, синий Ельцин ездил к нам, все, короче. Ну как вам? Нормально? Угу, все. А вообще классно, в Уфе приехали сегодня, очень удивились. Мы здесь первый раз, но столько всего, ну, блин, прям классно. Ну, прям, вот. Вот вам молодцы, прям. Уфа, давайте за маленькие. Уфа, можно сейчас мы кружок снимем в Телеграм? Ну, Телеграм это сейчас, ну, вы все знаете, да, сейчас? Давайте поаплодируем, друзья мои! Какой-то город! Уфа! Спасибо. На самом деле сейчас поедем в гостиницу, немного выпьем. О, кстати, я забыл, когда последний раз пил. Ну, ты ж не пей так больше, вот. Кстати, тоже вас приглашаем в город Могилев, ведь Могилев самый сексуальный город. Смотрите сами, у нас улица Ленина пересекает улицу Крупской. И на этом пересечении берет свое начало улица Пионерская. Приезжайте,
Спасибо, друзья! Спасибо, УФА! Да у вас было клёво, только мы с Могилёва. Мы крутые мальчишки, стыка даже штанишки. Да настрой наш серьёзен, ты УФА это знай. Много плакать не надо, до финала, гудба! Спасибо, друзья! Спасибо! Друзья, забыли еще одну песню спеть. Споем вам быстро, давайте. Я думал, ты не вспомнишь. Я вспомнил. Одну песню очень важную, нам очень нравится. Давайте. Она была после номера про президента, помните? Я должен был такой выйти и сказать: друзья, к чему мы показали этот номер? Просто юмор — это зеркало жизни. Как живем, так и шутим. Как причудлив наш мир в суете праздных дней. Ни секунды не думали мы о грядущем. Но прошло 30 лет, и аукнулось всем. Беловежская пуща, Беловежская пуща. Ну куда мы без песняров? Все, спасибо! И понеслась, baby, слазь. Я не буду танцевать с тобою спать. Не сейчас, ведь я занят. Спасибо, команда КВН из Беларуси. Доктор Хаус, давайте еще раз с вами поаплодируем. И под ваши аплодисменты я приглашаю все команды на эту сцену. Ну, я думаю, уже вам несут микрофон, я думаю, сюда подниматься не обязательно. Я думаю, вы просто оттуда сразу скажете свои слова, что понравилось, что не понравилось, какая команда, может быть, была лучше, какая не лучше. И, наверное, потом кто-то озвучит нам итог. Итак, друзья, Алексей Шост, Алоха Кофе, под ваш аплодисмент, основатель. Мы специально приготовили тебе розовый микрофон. Да. Спасибо большое. Я всех поздравляю с праздником, с Днем молодежи. Мне понравились все команды, было очень круто, весело, позитивно. Спасибо. Все молодцы. Спасибо огромное. Председатель комитета по делам молодежи Роман Янгоров. Всем добрый вечер. Я думал, мальчик специально обученный микрофон принесет. Вам зачем мальчик, Роман Олегович? Я думал, что вы это в другой ты стране. Прибежишь сейчас и отдашь на микрофон. Ребят, спасибо большое за юмор. Да, сегодня бегал практически по площадкам, некогда было. Ну вот, не могу сказать. Ребят, спасибо, всех с праздником. Спасибо огромное. Вы просто, Роман Олегович, устали сильно, дыхалка уже не та. Вы организовывали такой замечательный день молодежи для нашей уфимской молодежи, естественно. Итак, Тимур Абдрашитов, обладатель самых классной бороды. А, спасибо. Пожалуйста. Наконец-то мы настал тот день, когда летний кубок проходит летом, и мы можем смотреть в тепле и в уюте замечательные выступления наших любимых уфимских и чуть-чуть любимых татарстанских команды, точнее. Ребят, вы сделали замечательный, отличный праздник для нас, для жителей города Уфы. Спасибо вам большое и всех с замечательным праздником, с Днем молодежи. Спасибо. Редактор официальной лиги Уфа Артур Низамов. Ребят, спасибо всем за хороший КВН, спасибо залу, который поддерживал команды. Им сегодня непросто было. Я думаю, команды можно отдельно залу поаплодировать. Сегодня они были замечательны и хорошо вас поддерживали. Кто сегодня победил, тот победил, но я думаю, что все команды, которые стоят на этой сцене, достойны официальной лиги или будут достойны ее в будущем. Вот, всем спасибо за сегодняшний КВН. Спасибо огромное. Алёшина Екатерина. Ребят, спасибо большое. Я сегодня, честно, первый раз на уфимском КВН и вообще посмотрела, что происходит, и я в восторге. КВН в Уфе есть, он классный. Спасибо вам большое. Продолжайте, рвите сцену, идите дальше. Вы супер молодцы, я в восторге. Спасибо огромное. Евгения Машко, многодетная вечер, мать. Добрый вечер, друзья. С Днем молодежи всех. Поаплодируйте сами себе, давайте поздравим. Этот прекрасный день, отличная погода и такие великолепные команды. Я, конечно, хочу поблагодарить Тимура Шайхутдинова с супругой за то, что вы делаете. Эту лигу КВН, в которой я уже нахожусь который год. Поверьте мне, КВН есть, был и будет.
Спасибо огромное. Да, приходите за деньги в Конгресс-холл, да. Однозначно, сегодня всем все бесплатно. Ребят, вы крутые, весело, смешно. Я вас вижу не первый раз, но какие-то новые шутки. Все было очень интересно. Огромное спасибо команде «Беларуси». Это настолько актуально, что о последней песне, я думаю, что даже говорить мы не будем. Очень круто, очень смешно. Да, если есть решение, кто озвучит? Решение есть. Все. Повторюсь, было сложно, но большинством голосов, у нас было несколько кандидатов, но мы поняли, что у команды почти уже много что есть. Барс, не покидай команду. Итак, первое место — это команда «Конфиденциальность» БГПУ имени Акмулы. Тут можно аплодировать, наверное, да, друзья, правильно, я кубок вручаю, правильно же, первое место и 100 тысяч, да? Друзья, идите сюда, забирайте кубок, поздравляю вас, команда «Конфиденциальность», педуниверситет, забрали 100 тысяч и путевку в Сочи. Да. И что-то еще там, да? И «Конфиденциальную лигу» нам есть что добавить. Да, мы сегодня также принимали решение по тому, какая из команд, стоящих на этой сцене, еще у нас пройдет в официальную лигу. На этой сцене уже есть участники. И дополнительно мы приглашаем в официальную лигу команду КВН «Особое мнение». Здесь можно, да, поаплодировать. Две команды. И команду «Под одним солнцем». Добро пожаловать в официальную лигу. Друзья, спасибо огромное. На этом часть КВН заканчивается. Приходите на КВН, заходите к нам на страничку kvnufa.ru, вводите ВКонтакте, в Ютубе, где хотите. Удачи, приходите на КВН.